Перед началом данного видеоролика убедительная просьба его выключить. Всем привет, с вами Бутер, и мы продолжаем проходить Atomic Heart. В прошлой серии мы наконец-таки залутали, нашли 10-й полигон. Вот. Залутали там все, что только можно было. Ну а теперь у меня в планах пойти и полутать немножечко еще синтетического вещества. Ну, наверное, так. Я хочу себе сделать крепыш. Вот. А это синтетическое вещество. Ну, короче, там с вовчиков много падает. Поэтому мне как-то надо... Как-то надо полутать. Прекрасно. Так. Мне немножко назад надо проехать. Возвращаемся назад и лутаем ресурс. Ага. Аккуратно. Вот то, что надо. Говно, а. Так, тут сундучара. Ага. Ага. Так, давайте пешочком пройдемся. Мне просто надо где-то раздобыть вовчиков. Сейчас. Я хочу скрафтить, напоминаю, этот. Ну и этот, ну. Блять, я забыл название. Короче, хорошую пушку. Так, синтетический материал, нормально, нормально. Лутаем его, короче. Просто лутаем. Да ёбаный сыр. Отдыхаем. Так. Ну, тут могут быть какие-то ресурсы.
Да, синтетический материал тоже попадается, это хорошо. Блины такие надоедливые, пиздец. Я не могу, блять. Блины пиздец какие надоедливые. Мне хуй бежать, потому что... Ах ты тварь. Да ладно, прям так. Ну это вообще как-то... Как-то... Ой, сипухи. Ой, нос зачесался. Где сипухи? Бля. Да как? Дайте мне отдохнуть, блядь. Пиздец. Бля. Вообще ебанулись. Сука, за хуйня. Так, надо бежать отсюда. Поближе к центру. Видите, как могу уже. Как тебе такое? А, сломанные беляши, кстати. Где еще вовчики? Больше вовчиков.
Бля. Ни в село, ни в городе. Угу. Да где они все? Было же так дохуя вов тут. Тут, блядь, эти ебучие черти. Только. Ну, не верю. Где все вовы? Хуета. Кто? Кто и где? Чё-то жестко играет. Так, давай, 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 лутайся, лутайся. Ну, давай, давай. Так, ну, наверное, я уже не собирал. Сохрани моё оружие или... Нет, мне не хватает. Ладно, давайте мы тогда... Иди ты нахуй отсюда. Где-то на белом свете, там, где всегда Окей, я опять тут. Еще Вова. Так, вон, похуй. Ладно, знаете, куда я сейчас двигаю? Не знаете, потому что... Ой, блин. Не знаете, но хочу сказать, что я иду пешкодралом до куда-то там, на полигон 11. Хочу на полигон 11 прийти. Ой, блядь. И все. О, Рафик. С Рафиков тоже вроде падает. Так. Ну и тут дома какие-то. Может, тут еще полутать можно. Я должен скрафтить себе... Я забыл, как это оружие называется. Но вы меня поняли. Я о нем говорил уже. Говорил о нем, причем не раз. Не получилось что-то. Ну ладно. Ну, пошмель. Я же говорил. Иди сюда.
Опа, приветик. Бля. Сай! Покажи, чему обучен. Ничему он не обучен, понимаешь? Ничему. Так, а я забрал с этого. Сейчас пойдем, я тебя уйдем. Так, а где... Ну ладно. Так. Курица. Кто пришел-то? А кто пришел-то? Ну иди сюда. Блять, Вова, ты такой тупорылый. Куда ты побежал? И что? Ой, пиздец. Окей. Больше, 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 больше синтетического материала. В этой деревне очень много всего. Попалась еще угольная кассета, я увидел там. Его можно тоже разобрать будет. Так. Да, очень много лута. Прям очень много. Где я вообще нахожусь? А, полигон второй. Это Яблочково. Хорошо. Но мне надо на 11 будет попасть. Ой, бля. Подожди, аккуратно. Нам надо. Ты собираешься поймать подлеца Петрова? Я его поймал уже. Ты знаешь, где он? Не знаю, знать не хочу. Грязный подонок. Он хотел подчинить меня себе. Подлый абьюзер. Подлый кто? Милый, если ты поймаешь этого подонка, отдай его мне. С удовольствием подвешу его и буду любоваться до тех пор, пока его голова не лопнет от избытка крови. Не, не пойдет. Он нужен шефу живым с целой башкой, которую я сам оторву, как только из нее достанут куда отмены. С удовольствием помогу тебе ее оторвать, если попросишь, милый. Элеонора, впервые нам что-то непошлое сказала. Ну да, пофлиртовала, милый, там и все такое, но пошлостей никаких не было. Крепыш, я вспомнил. Создаем. Отправлено на склад. Окей, хорошо. F, давай. На складу. У нас дохуя ресурсов. Бля. Как много всего. Давайте сейчас разберемся, а то я теряюсь уже в этом.
Так, что по патронам? Сделаем вот так. Хилки, подождите. Вот так возьмем. Вот так. Это мы отложим. Мы, короче, можем это разобрать просто. Вот и все. Делов-то. Так. Угу. Ой. Автосортировка. Конечно, вы такие интересные. Вау. Класс. Мне нравится. Мне нравится. Определенно. Так, вот это пока отложим. И возьмем 6 штук. Окей. 12. Хорошо. Теперь разбор. Что мы разбираем? Вот это. Вот это. Вот это. Угу. В принципе, вот эти хилочки можно тоже разобрать. Они мне мало чего дают. Вот. Как-то вот так. Это мощная. Так, давайте разберем какие-то патроны. Вот эти. Вот эти. Ну не надо. Ну просто не надо. Не пользуюсь так много. Все. Потом сделаем вот так. Сюда. Ой, господи, хилки. Вот так. Да, нормально. Пускай. А, вот тут еще есть. Ага. Я бы скрафтил еще... Так, склад. Что у меня? Ну, я вооружен. Все. Отлично. Так. Я хотел, знаете, что сделать? О, давайте, кстати, вместо какой-то хилки... Бля. Это... Вот. Вот так сделаем. Одну хорошую возьмем. Вот. Чё ещё нам надо? В принципе. В принципе. Ничего толком-то и не надо. Всё у нас есть. Ну тогда давайте улучшим нашего крепыша. Снаряды. Вот, установлено. Увеличивает радиус поражения. У нас еще и это есть. Ага. Ловушки. Ага. Прикольно, прикольно. Ну, а вот, вот, вот. Нам надо вот это установить. Мы это установим. Так, ствол. Полигон 12. Ну, мы до него не дошли. Короче. Нам надо самонаводящийся снаряд добавить для ракеты. Ага.
Сейчас, подожди ты. Ну это... Давайте это и соберем в полигоне 11. Ага. Сохранение данных. О, господи. Отойди ты. Крас, и как этому больному психу Петрову удалось перепрограммировать мирных роботов убивать людей? Уже... Петров талантливый инженер-программист. Почему бы не применить свои таланты на пользу людям? Нормально. В принципе. Да? Вообще хорошо. Соответственно, информационных данных уровня тревоги врага, товарищ майор, вам каюк. Ну, хорошо. Мы сейчас куда-нибудь съебем. Вот какой-то дом. Прячемся. Роботы тупые, блядь. Не понимают. Ничего. Смотрите-ка. Матрешки, неваляшка. Блин, прикольно. У меня такая матрешка была. Тоже. Я помню. Блять, ну я не настолько старый, но она была, блять, у меня. О, да даже это? Да вы что? Блин, класс. Прям супер. Иди к папе. Ладно, давайте потихонечку съебывать отсюда. Нам больше тут ничего не светит. Давайте хотя бы поймем, куда нам двигаться. Нам надо на полигон. Какой-то там 11-й. Да. Ну, сейчас спокойно. Туда приедем на тачке. Сейчас выбегу отсюда. Так. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Еще один. Да ладно. Но график мне попал. Я только на. Бля. Съебываем. Блин, ну тут полно в этой деревне ресурсов. В каждом доме полно. Давайте пособираем. Мы же лутаемся эту серию. Никуда не торопимся. Это последняя серия, когда я вот так прям лутаюсь. Ну, возможно, конечно, еще будут такие филлерные серии, но
Не знаю, не знаю. Раньше так я вообще сосал в Atomic Heart, теперь нет. Мне, кстати, надо к Элеонорке сходить еще раз и посмотреть свои способности. Давайте сюда. Ну, давай вот. Да бля, ну ты перезарядишься. Перезаряжайся. Да. Так. В этот полимер нельзя зайти. Удивительно. А, ну, в принципе, спокойно иду и сам. Без какой-либо помощи. Хотя тут тачка моя. Самолет, да? Да ладно, нет. Не самолет. Жесть. Нихуя. Пространство. Ой, только не застревай. Вот прошу не... Ой. Давай, ну. Ну, пожалуйста. Ну, что за хуйня? Ой. Пиздец. Как тебе такое? Ой, да ладно. Ну как мне выбраться-то, а? Давайте пусть меня он убьет. Ну где? Ну давай. Ну нападай ты, блядь. Ну, спаси меня. Я не хочу перезаходить в главное меню. Давай спасай. Ну давай. Косой. Косой, блядь. Пиздец. Пиздец косой, нахуй. Вот раньше-то убивал, сейчас нет. Я в хуй. Бля. Так это я хер где? Да? Сохранение данных. Ты собираешься поймать подлеца Петрова? Я уже... Угу. А. Ты знаешь, где он? Не знаю, знать не хочу. Так. Все. Ну, в принципе, ладно, похуй на лут. И как этому больному психу Петрову удалось перепрограммировать мирных роботов убивать людей? Как я уже говорил, Виктор Петров талантливый инженер-программист. Почему бы не применить свои таланты на пользу людям? Не понял. Господи. Так. Ну ладно, похуй. Блять, я уже боюсь нахуй тут ходить. Блять. Вот эти роботы или как это, они какие-то очень жесткие. Очень жесткий. Я не знаю. Что это?
О, закатки, нихуя. Так. Ну иди сюда. Блять, тупые скалы, нахуй. Так. Ну, яблочково это хорошая очень деревушка. Тут пиздец много лута. Так. Ой, ёпта. Хуета это. Слава тебе, Господи. Да ладно, они не сломались. Пиздец. Так, мы, если что, идем. Блять, эта тачка так и не работает. Пиздец. Полигон, полигон. Какой полигон? 11-й. Долго еще? Ну, в принципе, дойдем сейчас. Ой, ну вот только не надо мне зажигать. Ой. Так. Давай, 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 собирай, собирай. Давайте как-то идти аккуратненько. Спокойно, не торопясь, мы сейчас всех разъебем. Уебан. Ну, давай, давай. Так. А, тут полигон. А, тут я из театра вышел. Точно, точно, все вспомнил. Так, далеко еще полигон 11-й? А, ну, в принципе, нормально, нормально, пешкодралом. Спокойно идем. Так, запись, запись у меня. Ой, идет. Господи.
пускай, в принципе, чинят, мне похуй. Нет, на этого похуй мне. Раз. Почему все так охотятся за этими кольцами? Вы об это коннекторах? Потому что они действующие и в то же время считаются несуществующими. То есть никто не докажет, что они есть? Даже коллектив после запуска? Особенно коллектив после запуска. Для коллектива те, кто будет подключен к нему через бета-коннекторы, попросту не будут существовать. А сами они будут видеть коллектив? В полном объеме. Носитель бета-коннектора не сможет влиять на коллектив изнутри. Его для коллектива не существует, но он будет в курсе всего, что происходит внутри коллектива, как любой официально подключенный к нему человек или робот. А официально подключенный к коллективу человек или робот сможет при желании отключиться от коллектива? Можно же просто снять с себя мысль, разве нет? Полагаю, что да, можно. Полагаешь? То есть ты не умеешь? Или ты тоже мне что-то не договариваешь? На эту тему у меня недостаточно данных, товарищ майор. В любом случае, ничто не мешает человеку снять с себя мысль. Этот прибор надевается на голову, а не имплантируется в череп. Это радует. Так. По сюжету что-то нам сказали. Так, никого больше нет. Так, пчелки, можно не лететь? Я хочу... Бля, тут какую-то печенюку надо вставить. Точно. Не, у меня нет. Поэтому идите нахуй. С такими отдыхами. Ребятушки, мне надо как-то это. Что ты, блядь? А тебя-то кто починит, блядь? Восстановили? А, нет. Где полигон? Так, окей. Где-то здесь надо найти. Как вариант, тут. Ага. Ой, ёпта. А что это? Какой-то трэш. А, меня эти пиздили. Я не могу доставить так, как он мне. Да погоди. Бля. Полигон. Вот тут где-то. Надо искать. Надо искать валан. Ёпта. На мосту вряд ли. Вот тут мы, может быть. Господи, блядь, клянется. Или как, ватрушки. Кто бежит-то? Бля! Вы ебанулись! Вы ебанулись? Скажите честно. Конченый. Да, полегче. Пиздец. Бля. Вы ебанулись, реально? Подождите. Я валан ищу. Блять, да кто меня пуляет, а? Тварь. Так, все. Надо отключить все нахуй.
Ну, надо подумать сначала. Бля, там балан. А башня где? Бля. Бля. Бля, это какой-то пиздец. Как попасть-то? Там прям до хера, там такой кипиш. Нам надо проникнуть. Ой, бля, иди ты нахуй. Сам напросился. Окей, я, кажется, понял. Надо башню сначала найти. Сначала башню, потом все остальное. Что это? Это кто? Это кто сейчас был? Вопрос у меня, блядь, к вам. Вот башня, окей. Сейчас мы будем в безопасности ненадолго. Ненадолго в безопасности. Пиздец. Это было реально жестко. Так. Окей, мы можем открыть. Открыть. Блять, где валан этот найти? Вот тут. Ну, где-то. А ворота можно как-то открыть? А, с той стороны. Подожди, а как проникнуть тогда? Вон там что-то, сейчас, не дотягиваюсь. Ну там этот. Так, я с какого-то смотрел-то? Где вообще это находится? Я не понимаю, что. Чё-то не понимаю. Там, где ветряк. А. Так, ну, в принципе... Сейчас мы выходим отсюда. Вон туда можно проникнуть. Все-таки. Значит, нам надо в техобслуживание спуститься по тросу. Там мы сможем, наверное, найти где-то валан и активировать все. Бежим, включаем техобслуживание. Да-да. Ой, да мне похуй. Пошли все нахуй. Бля, да отойди. Быстрее. Да быстрее, залазь. Полетели.
Так. Туда по тросу мне нахуй не надо. Ща. Я просто хочу посмотреть, куда это. А, ну просто вниз. Ладно. Тросы. Вот этот. Опа. Все, мы тут. Сундук. Какой-то хороший. Отлично. А Валана нигде нет? Где вообще может быть? Тут куча блинов внизу. Просто куча блинов. Возможно, он где-то внизу. Валан. Но это надо проверять. Тут куча сундуков. Угу. Здесь куда-то. О, блядь. В натуре ебанут. Тут еще там поднимается? Не дайте мне полутаться. Окей, ладно. Тровосек, сука, железный. Бля, да чё у вас так... Тварь. Пиздец, впервые таких вижу. Впервые таких уёбищ вижу. Огненных. Жестко как-то. Слишком жестко. Вы не находите это? Хилки кончились, пиздец. Ебучие пчелы. Как тебе такое? Угу. Блять, да ты охуевший, что ли? Давай, давай, лутай, лутай. Блять. Ну все, я проебал. Безопаснее тут. Так, что ты, блядь, ёбаный пидор? Я в ахуе. Вы просто, блядь, не даете мне шанса. Блядь, почему я не нашел тут Валана? Нигде. Блять, откуда? Ой, кстати, все уже кончилось. По трошкам-то.
Астрологи предсказывают неделю атомного сердца. Количество противников увеличено вдвое. Да каких противников? Каждая тварь задержит. Суки! Бля, ебанулись что ли? Что ж тут, не любишь? Я просто не могу понять, где... Где? Ой, замок. Блядь, где летает? Блядь, так они все остановили. Пизду, короче. Мне надо съебать еще. Бля, как съебаться теперь? Так а нахуй я сюда спустился? Это просто лутовая зона. И ничего более. Так, патронов для... Ладно, будем, значит, где-то искать в другом месте. Так. Отдых. Доступ разрешен. Нихуя себе. Нихуя себе. Вы в натуре ебанулись. Вали отсюда нахуй. Пиздец. Ну а ты хули пришел? А иди ты в пизду. Патроны еще на тебя тратить. Не знаю. Где Валан? Как мне проникнуть на полигон? И где вообще этот полигон? Я нажимал на Е. На Е у меня заморозка, если что. Где Валан? Валан. Я не понимаю. Мне надо на 11-й. Типа. Как-то идти. Я Валана тут никакого не вижу. Ну если даже был. Блять, нет, вообще. Вообще нет. Там сундук. Ой, блядь.
Ну реально, там нихуя нет. По идее же, вот карта, и рядом где-то в этой области, ну, должен быть, блядь, ключ к этим камерам. Так, как бы мне спрыгнуть? Так, ну я думаю, можно и отвлекаться от меня. И чё тут закрыто, нахуй? Ай, ну всё. Мне пиздец. Я, блядь, вообще не вижу тут валана. Будто его тут вообще нет. Тут тоже опасная зона. Меня тут ебут. Ой. Ну, сейчас уже тоже блуждаем. Нихуя не можем найти. Да, блядь, в жопу ее себе засунь. Если внизу, ну а что внизу? Внизу ничего не может быть. Какие валанты? Какие еще валаны? Валанов просто нет. Тут вовчики. Там эти хуйни. Ну все, типа валана нигде нет. Но если бы он там был, его нет. Да что ты, блядь, творишь, а? Да что ты скажешь, ну? Зачем за мной бежать? Не понимаю. Мне кажется, я сейчас плюну на все и поеду, блядь, по заданию. Я так сделаю, если вы мне не верите. Сундуки. Хилку. Бля, только не застревай, пожалуйста. Тебя маленький. О, отдых. Всем нужен отдых. Сохранение данных. Типухи эти ёбаные. Бля! Это не то, что мне надо. На мост. Блять. Сука, надоедливые. Ну где? Говно какое, а? Подлетай, блядь. Чё, слышь? Ой, ладно, пизду. Да ладно.
Да-да-да-да. Серьёзно? Серьёзно? Блять. Тачка. Просто, ну, это как-то максимально кринж. Видите? Тут одна башня. Вот. Контролирует вот эту вот зону. Стоит еще, блядь, башня. И все. Ой, блядь. Там что-то. Это я вот эту смотрел сейчас? Да. Нихуя. Так. От полигона 11 надо найти печенье какое-то. А у меня печенья нет. Вопрос, где его достать? В сундуке, не в сундуке. Ой, ладно, короче. Спускаемся. О, блядь! Ебанулись! Стоп, стоп, стоп! Так. Они вообще заходят сюда? Ну, вот эти, типа, да, могут стрелять. Пиздец. Да ты, блядь, охуел, я тут отвлекаю. Я тут, блядь, отдыхаю нахуй. Говно какое, а? Все? Ты успокоил? Банутые, блядь, роботы. Подойди, блядь, сюда. Я тебя, блядь, починю. Пиздец. Сохранение данных. Так. Я тебе, блядь, починю.
Пиздец. Доступ разрешен. Так, ладно, мы ничего больше не можем сделать. Ну, наверное. Это нам надо. Так. Приклад сделали. Магазин. Магазин нам не хватает. Так, окей, хорошо. Крепыш. К сожалению, мы так не сходили. Я, если честно, устал лутаться. Поэтому мы пока закончим. Прокачаем еще сейчас, ну, типа, все, что можно прокачать. Увеличивает, ну, типа... У нас есть штатные снаряды, поэтому давайте их улучшим. Почему нет? Самонаводящихся пока нет. Так. Ствол. Угу. Ладно. Окей. С этими двумя закончили. Доминатор. Давай. Все, мы улучшили свой доминатор до самого последнего уровня. Швед. Швед мы пока не можем. Дробовик. Магазин. Нет. Рукоять. Тоже нет. ПМ. Ну так. Не хватает, к сожалению. Тоже не хватает. Ладно. Хорошо. В принципе, мы готовы всех разъебывать. Итак, готовы идти по сюжету. Если что, сюжет мы проходим в следующей серии. Это филлерная серия, как всегда. Вот, последняя филлерная серия. Нам нужно. У нас много вкусных хилок, поэтому мы сейчас это перекладываем. Из каких-то там... Короче, 12, я думаю, нам вполне может хватить. Это мы выкладываем. Это мы тоже выкладываем. Это, я думаю, тоже выложим. Патроны на дробовик. Патроны на калаш. Нужно больше патронов, я думаю. Сделать. Ну, на ПМ можно взять еще. Так, чтобы были. На калаш берем прям, ну, все. Все, что есть на калаш. Так, на дробаш тоже можно взять патронки. На эту хуйню у нас есть 12 штук. Так. Да переложи ты, блядь. О. Дальше. Мы берем одну. Хотя можно было бы эти патроны выложить. Я просто хилочек еще хочу взять.
Давайте сделаем вот так. Мы берем одну бутылку водки, на всякий случай. Мы берем сгущенное молоко, мы его нашли. И у нас будет... Три... Ну, я думаю, пока эти стоит поэкономить. Три вот такие вот хилочки. Вот. И я бы взял еще какой-нибудь адреналин, я бы его скрафтил. Вот. Да. Так. Доступ разрешен. Угу. Все, у нас для прохождения сюжета все готово. Три хилки, сгущенное молоко, водка, энергетик, гранаты для нашего крепыша, патроны для дробаша, патроны для ПМки. Надо сделать еще сейчас патронки на... Калаш. Столько. Ой, нихуя у меня я сел. Ну ладно, пускай будет. Эти патроны лишними не будут. Вот так сделаем. Все, мы затарились. Теперь, что мы с вами... разбираем. Вот это. Вот это. Это мы вот так складываем. Ага. Это тоже можно разобрать. В любом случае, я это могу скрафтить еще. Так. Вот это не надо. Это не надо. Это не надо. Ага. Вот это нахуй не надо. Тоже. Создание. И припасы. Так, еще. Хорошо. Все. Забиваем себе патронами. Вот так вот. Хотя, я не знаю, зачем я это делаю. Ну, похуй. Так. Хилки такие. Хилки такие. Хилки такие. Вот. Это я разбираю. Это разбираю тоже. Вот так. Вот так. Это можно разобрать. И это... этого нам хватит вполне спокойно. Мы, кстати, тоже можем что-то улучшить. Так, опять же, вот эти вот хилки, хилочки. Так, разбираем, тоже не надо. Вот так. Угу.
сделаем еще... Ну, как-то вот так вот. Все. Вот так. И вот так. Еще создание расходники. Я хочу сделать вот эти штук. Угу. Хорошо. Хорошо, да. Да. Вот. 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 Водяру пока сюда положу. Я могу. Мне интересно сделать водку. Или я только найти ее могу. Ну все. Короче, вот так вот у нас получается по складу. Я думаю, вообще прекрасно. И вот так по оружию. Вот. В принципе, это все, что я хотел сделать. Дальше. Мы... улучшаем, блядь. Нас. Это надо. Так еще. Ага. Энергия персонажа. Ну, кстати. Можно. А что у меня там еще стужа? А полимерный бросок? Угу. Я даже не знаю, какой мне выбрать. Давайте я все-таки... Да? Вот это сделаю. И все. Сейчас давайте тогда посмотрим, что у меня. Я еще могу кое-что взять. Например... Я могу сделать все еще красивее. Вот так, вот так, вот так, вот так. Ща. Нормально. Да?
больше патронов. А чё нет? У нас же есть. Ну давайте одну такую сделаем. Поставим. Хорошо, по-моему. Выглядит очень красиво. Так. Пока сделаем вот так вот. Таким образом. Ну вот. Все. Теперь мы готовы. Я бы еще улучшил что-нибудь. Швед, допустим. Особо-то пользуюсь. Так. Давайте установим. Так. Окей. Окей. Ой. ПМ. Ой, блядь, что-то хрустнуло. Мы поняли. Ствол, кстати. Так, а я, по-моему... Да, вот, я вот это хотел, кстати. Да?
Ну, так. Все. Мы готовы. Доминатор я улучшил полностью. Крепыша... Ну, для крепыша, конечно, не хватает. Я штатные заряды прокачивал. Ну, да ладно. Все. В итоге. Вот что у меня по оружию. И вот что у меня по инвентарю моему. Вот что по складу. В принципе, я готов. На этом, пожалуй-то и все. Мы наконец-таки прокачали все оружие и готовы, просто готовы всех попускать. Абсолютно всех. Без разбора. Итак, ну, на этом серия филлерных роликов закончена. Спасибо, что смотрели. Ссылочку на плейлист с прохождением Atomic Heart я оставляю в описании под этим роликом. Также я оставляю ссылочку в описании на свой телеграм-канал. Если вам будет интересно, зайдите и посмотрите. Вот. Ну, а с вами был Бутер. До свидания.